О! Вот он, наш Юпитер. И он справа, но я на экране вижу два спутника. Ближе к Юпитеру. И он чуть подальше. Европа, Каллисто должен быть еще дальше, но его не вижу. О! А вот слева в экранчик заполз. Ганимед. Вообще прекрасно. Вообще замечательно. То есть три спутника я вижу сейчас четко на экране. Третье октября 2019 год, Харьков, 18:35 по Киеву. Да, вот Юпитер, справа идет Ио, потом Европа спряталась за край экрана, а слева от Юпитера виден Ганимед. Отлично, отлично. Убежал. Сейчас мы тебя найдем. Да не, видно Каллисто. Наверное, на экране не будет видно. Мне здесь видно. Ладно, пастор, мы здесь не за этим. Значит, у нас сегодня не просто Юпитер и 4 галилеевых спутника. У нас сегодня Юпитер и сближение его с Луной на небосводе. Смотрите, как это красиво выглядит. Не так, а вот так. Разве не красота? Сегодня будут они друг от друга на 2 градуса. Но мы, к сожалению, этой красотищи не застанем, потому как будет это уже за горизонтом. А сейчас мы смотрим, когда они друг от друга в 3 градусах. Луна — это примерно 1/3 градуса. Вот считаем. Откладываем одну Луну, вторую, третью. Кроем матом дымку, которая не дает сфокусироваться фотоаппарату. И посмотреть всю эту красотищу. Ну, все так плохо. Да, фотоаппарат тоже можно понять. На чем фокусироваться? На Луне, которая 380, по-моему, сейчас тысяч километров от Земли. На Юпитере, который в 840 миллионах километров от Земли. Или на дымке, которая это все закрывает. Никак. Ну. Наверное, на фоне крана будет хорошо, да? Хоть будет на чем фокусироваться. Кстати, может, так и сделаем. А вон у нас уже Сатурн вылез. Хо-хо, я его вижу. Ну, в смысле, вылез. Достаточно потемнело на улице, чтобы его разглядеть. Сейчас попробую его поймать.
в окуляр. Я, наверное, недостаточно еще темно для фотоаппарата. Да я глазами-то еле-еле вижу. Ну ладно, немножко подождем. Будет еще один дублик. Пока на красивые закаты полюбуемся. 3 октября 2019 год, Харьков. 18:40 по Киеву.